Кабинет Домбры в лицее номер один для одаренных детей открылся в 2019 году в преддверии празднования Дня независимости. Занятия здесь ведутся для 30 учащихся в старшем и младшем группах. Кабинет оформлен всем необходимым. На стенах висят портреты знаменитых кюше, есть интерактивная доска для проведения урока. Занятия ведет преподаватель детской музыкальной школы Гульнас Масагапова. Кружок минимум должно быть детей 6 человек. Мы играем кюи, уже и младшая группа, и старшая группа. В скором времени мы в мае будем участвовать на конкурсе от филиала школы, будет музыкальной школе будет проводиться. Все заинтересованы, после, как они занимаются, они есть желающие, которые хотят поступить в музыкальную школу. На каждую группу в неделю отводится по 2 часа занятий. Здесь ребятам рассказывают о старинном национальном инструменте и, собственно, обучают игре на нем. Талантливых и старательных детей очень много, говорит педагог. О том, что прилагают усилия и хотят добиться результатов, говорят их многочисленные победы на различных конкурсах. Хожу я на этот кружок 2 года. Мне он нравится, то, что тут, чему тут учат, что мы тут узнаем. Хожу в музыкальную школу уже 3-й год, я уже там 3-й класс. Арттыру мақсатында осы кабинет ашылып жұмыс жасап жатыр. В нашем лицее мы стараемся прививать детям традиции казахского народа. Домбра – музыкальный инструмент, который по праву считается национальным достоянием Республики Казахстан. Очень важно, я считаю, научить подрастающее поколение сохранять наследие наших предков.